Ага. Привет, Витёк здесь, и это Джек Смит, тот самый, который осёл и кует. И, между прочим, он не может никуя, да. В койке вся его жизнь, в койке. В ковке вся его жизнь, в ковке, конечно же. В койке, в койке вся его жизнь. Ай, блин. Ладно, поехали. Значит, тут это, питоны какие-то ядовитые, водные козлы, ветреные козлы и прочая нечисть лезет на нас. И нам с вами нужно посмотреть, что мы можем с этим сделать. Давайте сначала вспомним, нам Мейсу дали новую, Блудгионер. Вау, кристальная шипованная, я хочу ее сделать. Но приходит козел, который говорит, скуй-ка мне, о. Так, у нас здесь ветер есть, давай, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч. Господи, сколько у меня стали накопилось, жесть. Давай золото, ладно, я не буду, наверное, стальное ничего делать. Свин, мордосвин, говорит, скуй-ка мне водный меч, да? Это единственное, что нам подходит. Тоже из золота давай сбахаем. Немножко здесь подтопим. Давай, наскобли немножко жару из этого кочегаркина. Оооо, терминатора сейчас сделаю, чувствую. Стоп, там кто-то еще топориссимо. Так, давай копти. Там пока коптится, я тут пока собирай кун. И собирай кун. Ну, надеюсь, придет большая такая корова по имени Бык и скажет, сделай мне Мейсу. Я тогда сделаю ему крутую. Так, там меч-то у нас не перекоптился, а? Давай поменьше смотри. Побольше сливай. Хоп. Готовченко. Тут кто у нас? Со щитом, говорит, пришел. Сделай мне щит. Оу, щит, кричу я. И делаю ему стальной щит, потому что не хочу тратить золото на такую фигню. Так, можно было там немножко оприходовать. Ну ладно. Сюда брось. А, ну там меч. Долго надо его обстукивать. Здесь-то раз, два и готово. Палку пихнул, как говорится. И до свидания, следующий. Да? Да, я не использую всякие вот эти прибаутки, там плюс, которые дают. Ну, потому что нафиг надо. Качество металла больше намного дает. О, бычар-то зашел к нам в гости. Давай, скрафтим ту самую шипастую. Она против молнии зато. Давай не будем шипастую. Сейчас посмотрим, может, какую-то еще штуку сделаем. Не хочу я шипастую делать. Какой там буковка D, да, открывает? Нет, шипаста, она против электриков. У меня тут электриков вообще нету никаких. Я могу Посейдона сделать. У меня что-то против ветра. Тоже молния. Блин, а когда электрические враги пройдут? Здесь природа, камень. Что-то крафтить-то и нечего. Ну давай сделаем ее, хрен с ней. Давай все-таки сделаем ее. Вот эту вот, да? Из кристальчиков. Так, и лук. Лук будем делать... Что-то ни один лук не подходит, да? Ну, давай этот крафтить. Мы уже умеем его крафтить. Золотой тоже хоть будет. Золотая каша. Нарываюсь я на неприятности, потому что ничего такого особого не крафчу. Хотя, Мейса, она хороша. Она будет хороша.
Опа! 20 щитов раскрасил, ребят. Вот это победа побед. Так, там главное не перекипятить. Да не перевыкипятить. Все. Давай быстренько скидывай. Давай, прокручивайся. Почти Гладиус собрал, кстати. Еще буквально несколько штук надо собрать, и будет все зашибок. Откроется вторая. Стихия. Эть, хорош. Натяжечка-то идеальная. Трлинг. Трлинг. Так, лук пошел. 100-100-100. Слушай, сколько пушек 100-100-100 я сделал, а? Воу-воу-воу-воу. Тихо, у меня освещение гаснет. Опять отходит у меня контакт какой-то. Надо все-таки почистить его будет. Я же кузнец, я могу сковать освещение, если я заковать могу. О, какая красивая. Я, кстати, ни разу шипастую-то не делал нормальную. Я там извращенную шипастую делал. Вот нормальную шипастую я не крафтил еще. Где тут? Где тут для тебя штукенца это? Ох, господи, далеко засунули. Точно для нее? Она что, удачливая какая-то будет? Эпичное орудие! Шипастая шипашка. Шипастая шипашка. Шипучка просто какая-то получилась. Хорошо, 57 бонусов. Ух, война. Выходим на просторы. В атаку по змее по хребтине. На! Хребтина змеи тоже отвечает. Лечение запаздывает, когоцел. Электрический удар. Дж, залп. Мне сказали, что это не ускорение, кстати, а усиление. Поэтому нужно кидать прям в начале замеса. Я кинул. Я молодец, я умею лечиться. Бомбу. Так, эту штуку уже поздно. Он отлетел. Подходим. Давай, мочи козла! Плюхи выдали. Все, следующий пошел. У меня пол хп только у пацанов. А я их еще залечиваю. Так, ну я только половину и прошел, кстати. Так что тут еще битва. Ого-го! Впереди. Краска там красная какая-то. Давай, мочи козла, снова! Своих усилил, козла ослабил. Мач. О, галиспир какой-то. Что-то у меня там пропустилось, по-моему. Ой, кристаллы падают. Фига себе, он крутой какой. Ты посмотри, как он здоровый и с каким копьем трехзубым. Давай, ветреный бобер против нас. Или кто это вообще? Пики Шелл. Ой, так это босс уже. Чё-то как-то я слишком круто. Да. Тут нету шансов. Там щит, который стальной, и то выдержал. Можно было вообще все золотого максимум делать. На, бомби их всех. Shield дизайнер. О, мне наконец-то дизайн щита новый выпал. Прикиньте, только третий. Travel to Wormhood Hollow. Мы, ребят, с вами пришли к какому-то Wormhood Hollow. Давай посмотрим, что это. Сейчас нам покажут. Опасайся, Black Jack. Действительно, ребят, не играйте в Black Jack. День 39. Кто против нас? Ну-ка, давай, Бобик. Слушай, я забыл ресурсы купить, по-моему, да? В магазин забыл зайти. Природа, природа, камень, камень, камень. О, ночной в конце. Ну ладно, деньги быстро кончатся, если покупать и кристаллы, и золото. Что там по щитам? Какой нам щит дали? Клевер щит. Плюс 5 удачи всем солдатам. Золотой. Ой, хорош. Вот это очень крутой щит. Надо его делать каждый раз, когда можешь. А, единственное, нужно знать, что надо покупать.
Краска PF7 крест TX25. Посмотрим, в магазине есть такое? Щиты. TX25 есть, кстати. Можно прикупить. У меня три штуки. А вот PF7 есть, смотри. Краска PF7. Хорош. Надо закупать на будущее. Я все щиты такие могу делать. Это очень крутой щит. Он будет давать 7 миллиарды удачи. И мне будет очень много всего вкусного падать. В общем, PF7 и TX25, ребят, запоминайте. Вам прям вот в первую очередь надо брать. Так, секиру, говорит, сдай. Секиру сдай. Секиру ночную, получается, я делаю. Потому что ничего нам больше не подходит. А ночной хотя бы последний босс будет ночной. Давай золотую. А что, я вышел-то тут? Надо коптить. А, все, правильно вышел. Луг. Луг. Камень. Есть камень, есть природа. Да, природный, давай природный сделаем. Кристальный, давай, что-то дешевый, господи, можно себе позволить. Главное, чтобы щитовик сейчас пришел, чтобы этот щит крутой сделать. Буду через этот щит играть теперь. Пока могу делать этот щит, буду делать этот щит, он очень крутой. Кто такой? Бычара, говорит, давай, Майсо. Ну, тоже, наверное, ночную надо делать тогда. Золотую максимум. Максимум золотую могу себе позволить. Красивый топор какой, а. Верхучка прям красивая. Ну, хоть против ласт босса что-то там даст. Так, первый пошел. 100-100-100, кстати, это мой первый этот топор драконовский. Меч. Меч. Что-то меч вообще ничего, да? Ну давай этот доделывать тогда. Золотой там, кто-то у нас там... Лук уже готов. Лук кристальный, прошу заметить. Кристальный лук. Красивый ты, смотри, какой тоже. Ать, натянул. Сейчас, погоди, я Майсу спущу. Посмотрю, кто там еще пришел. Может, все-таки щитовик дошел до нас. Нет, говорит, опять секиру мне дай. Хм. Че-то я так останусь, ребят. Это... Без щита, видимо. А что там было на природный дамаг у меня, а? Погоди, на природной что-то была какая-то пушка. Дубина, что ли, была? Нет, топор был какой-то на дубину. А, нет, щитовик пришел. Все, отлично. Крафтим золотой щит. Круглый, кажется, да? Сейчас, погодите, проверим. Да, круглый. Круглый золотой щит. Ой, золото, конечно, слить пришлось много. Ой, я вообще все из золота, получается, сделал, кроме одного кристалла, да? Одна штука только кристальная была. Напряженный процесс крафта. Ну, как бы не перекипело у меня что-нибудь. Так. Там у кого-то собак в чате родила. Мои поздравления собаке. Так, щит еще не готов. Давай-давай, быстрее там щит надо готовить. Довольный коровяк. Почти открыл следующую, кстати. Еще одну такую дубину надо сделать, и у меня откроется третья стихия. Так. Огненная краска, прикиньте. На золотом щите оранжевая краска, это жесть. Где ты? Клевер удачи. Ох, перфект. Хороший, эпичный щит. Прям даже не успел посмотреть. Быстро его отдал как. Теперь у всех удачи дофига. Плюс на щите удача. Это получается у меня плюс... 10 на щите. Плюс 40 удачи.
Ух, неплохо сейчас у нас с вами пойдет крафтиться. Тут сейчас нападает на вообще добра много. Надеюсь. Гладиус тоже один остался доделать. Так. Ну, я думаю, мы тупо качеством сейчас задавим. Задавим тупо качеством. У нас как бы по стихиям не сильно, но качество большое. Должно получиться. 61 время. Ты еще и чат читать успеваешь. Ну так, слегка, одним глазом поглядываю. На тебе, змеюка подколодная, природная. Залп! Мачи! Отправили его к его паучиным богам. Хилку вообще надо прожимать, когда это она готова. Такой шар, который... О, Грейвхуд какой-то. Какой-то новый монстр. Фигась, он серый. Он такое ощущение, что злой еще. Не просто серый, но еще и злой. Серый волк. Огненный шар надо кидать на монстра, когда он только в начале, потому что он горит. Он долго горит, соответственно. Кидаешь огня и долго-долго жаришь. Вот сейчас кинул, он уже горит. Он уже получает кайф от моего удара. А я собираю все добро. Ой, красочка там какая-то выпала. Усиление! Мочи! Так, вот он, Блэк Джек, подъехал. Поджигаем, ослабляем, кидаем ядро ему в голову. Ну и, собственно, он ни на что больше не способен. Изи каточка вообще, я бы таких Блэк Джеков двоих, наверное, закатал бы. Какая-то сталь выпала из сундука. Нормально, пока легко. Сейчас посмотрим, насколько удача повлияла на дроп. 29-й сразу берем. 287 денег. Что-то я не уверен, что удача сильно повлияла. Что-то как-то... Как-то слабовато выдала нам. Честно скажем. Строитель щитов! Новый щит! Какой-то башенный щит выдали. Просто красивейший. Наикрасивейший. Ой, я прям за щитом остановился. Сейчас точно не пройдем уровень целиком. Так, природа, обычная природа, ночной. Обычный каменный, природа, ночной, природа. Давай подуди мне тут еще. Что за щит нам выпал? Где? О! Осциллятор. Ветреный дамаг дает стальной щит. Ну, в принципе, можно будет против ветреных, но у нас ветреных тут особо и нету, да? Ну, у нас вообще ветреных нет. У нас природа и... Природная. В основном надо природа и тьму делать. Так, а у меня какой-то был. Вот, Shadow Sword. Ой, железный, черт. Вот, природный есть хороший, кстати. Можно его сделать. Плюс 5 природы всем. Ну, этот железный, это фигня. Так, это молния. Тоже молния. Можем снова клевер-щит сделать, в принципе. У меня хватит на еще несколько созданий клевер-щита. Пик Посейдона, и это... Ну, давай вот этот вот меч сделаем. Если хрюшка придет за мечом, сделаем меч и щит. Щит это просто как бы он же не дает никакого бонуса к повреждениям, он дает бонус к удаче, соответственно... А, щит тоже пришел, кстати. Щит кругляш золотой. Так, а что там в магазине? Подожди, по щитам. Есть, кстати, еще одно счастье кругляша.
блин, мне тогда не хватит на вот это все. Вот, видите, мне на золото не хватает. О, стали 530, мамочки. Но у меня кристаллов уже много, можно кристально и тупо все делать. Ты будешь... Ой-ё-моё, у меня опять моргает лампочка. Будешь все кристально делать. Ага. Топорек. Ёк-топорек, как говорится. Давай вот такой вот. Ой, давай кристальный, фиг с тобой, золотая рыбка. Можно один топорек кристальный, а сейчас второй топорек придет, сделать его уже стальным. А в среднем получится как будто два этих золотых. Это как средняя температура по больнице, знаете? У тебя, говорит, 34,5, у меня 39, а вместе у нас 36,6. Здоровы. О, дубинус. Заказ на дубинус. Так, дубинус какой нам? Ночной делаем дубинус. Ну, давай кристаллический. Фиг с тобой, золотая рыбка. Стоп. И еще один дубинус. А вот тебе дадим дубинус... Уже стальной просто. Надо экономить ресурсы. Экономика должна быть экономной. Как вы знаете. Посмотрел, плавится там или нет все. Ой, криво. Сойдет, ладно. Немножко кривоват напихал, ладно, зайдет. 97%. Нормально, перфекционисты отдохнут. Так, еще один дубинус пришел. Блин, этому придется золотую выдавать. Каждой твари по паре. А есть такая ачивка в игре, типа... Вооружить там, начиная с медного, заканчивая самым крутым оружием. Наверняка есть, типа... Разнарядка какая-то. Так, стопэ. Я прям почуял, что здесь что-то уже не так. Переварил. Почти. Кто-то там еще к нам пришел. Лук. За луком пришел пацан. Природный лук. Давай, мочи. Давай кристальный. А то там я там делал какую-то мысу. Сделал вот стальной какой-то. Хотя можно было, наверное, не кристально. Можно было... Золотого должно было точно хватить, мне кажется. Поторопился. Покай. Сойдет. Она все равно у тебя... Железная... Умрешь с ней все равно. Потому что она чуть-чуть кривовата. Оу. А, и так сойдет. Нормально, блин. Надо же было так первую поставить. Тынь, тынь, тынь. Капец, булав куча целая. Мы там вышли уже на третью стихию или нет? А, сейчас выйдем, да? Надо же закончить булаву, чтобы выйти на стихию. А я тут лук сейчас сделаю. Лук! Оу. Какой-то кривой лук получается. А вот так получше. Кристальный крафтер. Вот так вот, ребят, кристального оружия понакрафтил, молодец. 25 кристальных пушек сделано нашей мастерской. Ну что, открыли новую стихию, я правда не знаю какую. Ну ладно, сейчас узнаем. Она у всех появится сразу. Не знаю, как узнаем. А вон там, погоди, там же было написано ночь, вода, по-моему, появилась, да? Фух, 60, нормально. Ну, учитывая, что я столько булат сделал, они так долго делаются. Это нормально. Пчела.
Мне бронза выпала. Ну что это такое, пчела? А что ты творишь? Могла бы что-нибудь нормальное выкинуть. Как там мой щит работает? Промазал камнем. Усиление мочи! Хорош напускал. Напускал на запускалыч. Next, как говорится, полечиться. О, опять мимо. Да что ж такое-то? У меня сегодня все мимо. Какой злой бараш тут стоит со щитом. Хорошо, что у меня есть ослабление на него. Мне шары не успевают восстановиться, как-то я быстро иду. Слишком мощную армию собрал, что ли? Да что ж такое, это третий раз мимо. Спасите, помогите, хулиганы зрения лишают. Какой-то птеродактиль коричневый. На, хоть в этот раз попал. Гринхайд. Зеленый и прячется. На, дубина, с которой стальной отлетел. Но остальные победили, что-то как-то реально с запасом я. Ух, кристаллики падают, хорошо. Здесь много золота выпало. Тоже неплохо, золото еще в ходу. Фух, смотрим, сколько добра вытащил. 17-22. Ну, не знаю, работает эта удача, не работает, как-то это все странно выглядит. Но мы только пол карты проехали. Слушайте, нам тут еще... О, там еще новый валун будет у нас, да. Круто. Ветер, ветер, ветер. Ночь, ветер, ветер. Камень, обычный, обычный ветер. О, значит, против ветра надо собираться. Дизайн, смотрим, что новое у нас. Новая дубина. Morningstar. Моргенштерн, ребят. Моргенштерн подвезли. Плюс 5 ночных уронов. Погоди, нам нужен ветер, да? Где-то что-то ветреное было вроде бы. Что-то где-то... Во-во-во, щит у нас был ветреный. Ветреный щит. Там все электрическое. Мечей могу всяких разных накрафтить. Мама, не горюй. Вот этот нам теперь не нужен. Он природный. Ну, видимо, ветреный щит. Давайте мы и ветреный щит сделаем, и вот такой, если будет два щитовика. Вот с какого начать вопрос? Сейчас посмотрим. Ага. Сразу приходит щит. Оу, щит. Кстати, он еще и ветреный круглый щит, значит, много щитовиков. Давай будем делать тогда сначала наш любимый золотой. Стоп, погоди, я не закупился. Руда. Щит. Опять оно есть, смотри. Ну, опять я золото тогда не куплю. 105 золота еще есть. Сойдет, ладно, берем щит. Оу, щит. Хотим все время быть при удаче. Стоп. Копьецо. Кстати, давно копья не делали. А у нас ничего нету, да? Ну да, вот это копье сделаем. А кристально, господи, 350 кристаллов, а копье 8 всего лишь требует. Я думаю, можем себе позволить. Тихо, не капай так сильно. Так, нужна оранжевая краска, да? Оранжевая краска по-желтому красить, это жесть. Так, все, эпичный щит. Ну, каждый раз его делаем, мы уже навострячились. Так, дубинус. Сейчас посмотрим, что там у дубины. А, камень появился. Ну, есть один каменный. Ну, давай, ночной есть, да? Давай продолжаем крафтить эту дубину. Но только она будет стальная, вы уж меня извините.
Так, лук. Лук, лук, лук. Ветреный. Нету ветреного лука. Есть, опять-таки, только каменный. Ладно. Копьецо. Копье легко отстучать, как говорится, но очень сложно затыкать огромное количество палочек в нее. Надо это еще ровно сделать. Сойдет. Я-то думал, там какие-то мегапроценты профукал. А нет. Стальная булава. Топор. Топор мы берем ветреный, конечно же. Ветреных. И, конечно же, кристальный. Его делаем, он у нас будет. И еще один топор. Хорошо. Два кристальных ветреных топора. Топора, я думаю, они тут зарешают все, что только можно. Много кристального, кстати, оружия всякого сделал. Не зря мы Иисус сделал железный, стальной, точнее говоря. Сойдет. Давайте. О, все равно 100-100-100. Хорошо. Так, там коптятся штуки. Делаем быстренько. Давай. Здесь пофиг, на самом деле, правильно я это сделаю или нет. Потому что это смертник. Там почти готово. Давай, сдавай быстренько. Уходи давай. Уходи, мешаешь. Уходи, сливать пора. Мне тут два топора надо зафигарить. Самые стандартные топоры. Но самые классные в данный момент. Фух. Ей! Первый пошел. Так, это я не доделал, да? И даже этого топора не хватит, чтобы доделать до новой стихии. Ну ничего. Прорвемся. Шип. На самом деле в этой игре, ребят, главное не артефакты там собирать какие-то эпичные. Главное попадать по стихиям. Вот что самое главное в этой игре. Все собрано. Армия идет в атаку. 62 тайм-бонуса. Воу. Свирфлай какая-то. Что это? Каменная муха. Это ветреная муха. В смысле, ветреная пчела. Во. Нашел нужное слово. Нащупал. Они тут все ветреные. Пацаны с ветреными топорами сейчас им дадут просраться. Они у меня вон напрыгивают, смотри, пол хп откусывают сразу. Баншип какой-то. О, это темный. Темный лорд. На тебе камнем по голове тогда. Ой, сколько с него кристального всего нападало-то, а? Это как-то отлетел, я даже не заметил. Тоже много кристаллов. Как приятно-то, а? Как приятно, когда много кристаллов дают. Здесь всего один был. Мочи ветрюка! Дабл залп! Фига себе, он здоровенный какой стоит тут. Такое ощущение, что у него очень много здоровья. Змея! Слушай, ну у меня у тех мужиков, у которых эти топоры я сделал кристальные, а у них даже вон пол хп не снято. А
чем вы... Ой, что-то я как-то переборщил, да? Слишком крутую армию сделал. Можно меньше хорошего. Можно больше железных каких-то вещей давать, наверное, им. Как-то уж совсем, смотри, ну я просто вынес тут все. Пройдем на 30-й? А, хорош, прошли. 27 кристаллов. Я же говорил, мы много кристального всего поднимаем. Это прикольно. Ой, какая Moonblade красивая. Итак, обычный, водный, ветреный, обычный, водный, водный, ночной, ночной, водный, ночной. Водный, ночной. Погоди, у нас, по-моему, какая-то пушка была, которая сразу и водный, и ночной делает. Во-первых, у нас водная есть Посейдонова пика. Да? А у нас... О! Моргенштерна можно зафигарить, кстати. Ночной. Это железная... Так, ну золотую я осилю, да? Давай вот эту сделаем, либо вот эту. Так, стоп, нам еще нужно сделать... Так, это убираем, нам нужно вот этот щит сделать. Пока ресурсов хватает, надо его крафтить. Значит, либо пику, ребят, делаем вот эту вот, либо булаву вот эту вот. И то золотое. Что в магазине? Кристаллы покупаем, а по счетам нету. Ни краски нету, ни насадки. Тогда купим себе еще и золото. Так, пика приехала. Ну тогда давай сделаем себе то самое копье. Тем более оно водное. О, блин, это ночное копье. О, давай ночное копье сделаем. Кристальное. Пик не с той пикой. Сейчас коровяк придет, мы ему закажем Моргенштерн. Так, тоже ночное есть, да, орудие. Драконий топор. Ну, кристальное давай тоже, фиг с ним. Сколько времени потерял, пока выбирал, из чего делать. Может, реально кристальную армию зафингарить? Есть же там наверняка ачивка на кристальную армию. Ой, а как тут отбивать надо-то, я даже не знаю. Отбил, не отбил. Ага, Моргенштерн пришел, кстати, к нам. Так, давай, там надо, дайте-ка посмотреть, тогда вот это тогда убираем, берем, золотая шипастая. О-о-о-о, черт, нет, облом, нет, ну я не могу, ну там сразу две стихии, ребят, щит зато к нам пришел. Так, щит круглый делаем и золотой. Что-то как-то я собирался сделать и ту, и сю, и что-то ни то, ни сё не сделал. Сейчас, может, еще один копейщик придет, и тогда я ему то копье все-таки сделаю. О, Хрюндель пришел, нифига себе. Давно Хрюндели не было. Чё-то накосячил я в конце, ну ладно. Сойдет, Мунблейд. Хаммеринг 93%. Неправильно отбил. Так, меч водяной. Я водяной. Так, сливаем, сливаем, сливаем. Надо это слить, и то еще успеть слить. У меня получается только щит золотой, да?
Последний. Больше ингредиентов нет, но удачные щиты кончились. Вот эти есть еще. Нужна краска. Так, эпичный щит, до свидания. Поможешь нам. О, смотри, ледяной урон открылся еще. Так, еще один щит пришел. Вот ты ее. А что тут у нас есть-то? Ничего нету. Давай обычный щит ему скрафтим из железа. Иди, как говорится, гуляй, Вася. В общем, не скрафтил я ни одного эпичного орудия, которое я хотел. Ну, в том смысле, что щит-то я скрафтил, я его и так хочу всегда. А вот из того, что хотел, не получилось. Ну, не вышло. Ну, ничего страшного. В другой раз. В другой раз выйдет. Ну, чтобы щит не перекоптился. Надо уже за ним бежать. Так. Снайпера. Вообще. Делаю так, что побыстрее. Все равно делаю нормально. Так. Вот это бы... О! Камень. Урон по камню в гладиусе открылся. Вода и камень. День чудесный, как говорится. Пушкин еще писал. Эти уже золотая-то у меня. Я их столько сделал, что уже на золото тянет. Давай посмотрим, что из этого получится. Главное, чтобы я прошел. Хотя у меня есть там вот эта дубина, да? Которая сразу по всем проходит хорошо. И по водным, и по ночным она прям уникальная. Семь раз даст дубинчик. Ну, правда, один. Было бы два дубинчика, это было бы вообще победа. Я думаю, протащим. Смотри, я них уже четверых убил, они меня слегка только поцарапали. Я много очень хороших пушек собрал. Против воды тут вообще проблем нет. Водняков опускаем, как говорится. Четыре осталось. Ночник. Ночник. Shadow Horn. О-о-о. Сразу разрядился у него по полной программе. Чтоб не дрался со мной сильно. А такой же будет на самом финале, кстати. Давай на финального придержим, наверное, вот эту усиляшку. Это вот так закатаем. Лечиться можно и сейчас. А, всю гадость сейчас на финального сольем, смотри. У-ху! На, плюха! Что-то вообще изи. Такое ощущение, что с каждым уровнем все легче и легче становится. А не сложнее и сложнее. Каким-то себя гиперпобедителем чувствую. Золот, 15 кристаллов. Ой, какие-то интересные ручки всякие выпали, а. Ой, я скоро до следующего шара доеду. Вот это будет номер. Хочу новый шар. Обычный, огненный. Ночной, обычный. Ночной, огненный, каменный, огненный. Гаси сборочка. Так, что нам дали? Нам дали новый щит. Тепловой щит. Золотой.
О, клево, как раз сейчас огненных много можно. Огненный щит такой сделать красивый, смотри какой. А что в магазине? В магазине опять щитов удачливых нету. Значит, руду будем закупать. 356. У меня кристаллов, кстати, больше и больше становится. Было 300, уже 356. Реально можно кристальную армию создать. Так, ну надо что-то скрафтить, да? Что мы скрафтим с вами? Чтобы такое прям... Чтобы душа свернулась, потом развернулась. Что вы хотите ужасного такого скрафтить? Давайте мы с вами лук не делали. Лук... Интересно, как его можно испортить? Вот такой лук давай сделаем. Он вроде бы должен быть прямой, да? Бронзовый сделаем, чтобы какашечный цвет был. Не-не-не, пока не вовремя. Хопа! По красоте слил. О! А нет, это не будет лукаря. Я хочу на лицо лукаря посмотреть, когда он получит это орудие. Так, натяжка. Ну, либо вот так вот натянуть, либо вот так вот. Ребят, давайте вот так оставим. Биу. Вот это могу как-то вот сюда поставить. Она сама туда ставится. Боже, дайте лукаря, пожалуйста. Игра, дай лукаря. Я просто должен этому лукарю подсунуть такое оружие. Знаете, такой лук я делал в детстве. Нет, лукаря не дают, прикиньте. Я хочу на лицо лукаря посмотреть. Ладно, давай подстрахуемся. Сделаем это свинье. Свинью подложим свинье. Вдруг все-таки лукарь придет. Да, это вялый лук. Оу! Не, лукаря не будет, ребят. Лук так и останется вялым. Отбил. Самый косой кузнец в мире. Так, ручка-дрючка. Мимо. Свинья в шоке. О мой бог. Анонимный бог стал богом и сказал: хеллоу, Витёк, просто хеллоу, сеймс го от луль. Опа! Подарок небес! Не дали нам лукаря, ребят, посмотреть, зато дали донат. Спасибо тебе огромнейшее просто. Супер-пупер божественно влетел. Ну а я чувствую, под такой аккомпанемент должен заканчивать. Спасибо всем за внимание, это был, конечно же, Джек Смит, и мы с вами крафтили как могли. Лайки ставьте этому видео, добавляйте плейлисты, в описании ссылочка на плейлист игры, конечно же, есть, я там из серии в серии крафчу и всякую дичь творю, ну а пока, лайкусики, свидусики, пока-пока-пока-пока.